Самое главное, да, это точка входа и это решение тех проблем, которые беспокоят наших жителей. В первую очередь, это наши жены, матери, тех ребят, которые проходят службу. Это для нас отдельная зона ответственности. Губернатор не единожды об этом говорил. Сегодня мы пришли, посмотрели, как работают специалисты. Хочу отметить, что специалисты высокого уровня, компетентные в разных сферах. Маршрутизация работает, то есть программа создана. Программа эта создана для того, чтобы ввести статистику в первую очередь, для того, чтобы это была система, установлена новая система контроля, чтобы ни одно обращение не оставалось без ответа. Тематика – это именно сейчас специальная военная операция. То есть мы помогаем людям оформить удостоверение ветерана боевых действий, даем консультации. А вопросы по поиску человека, который долго не выходит на связь. По поводу денежных выплат. Если идет неначисление, тоже даем консультацию и соединяем с органом власти. Каждому входим в положение, пытаемся всячески поддержать, успокоить. Это, наверное, самая основная задача нашей работы – выслушать человека.